Россиянка Ольга Смирнова, арестованная в Таиланде за кормление рыб в море, вылетела обратно на родину. Из-за судебного разбирательства она пропустила свой чартерный рейс, однако нашим дипломатам удалось договориться с авиакомпанией. Женщине выдали новые билеты без штрафов и доплат. 53-летняя Ольга Смирнова была задержана на Пхукете 19 февраля сотрудниками Департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда. За кормление рыб в природоохранной зоне россиянке грозит штраф до $3000 или до года лишения свободы. Однако суд избрал минимальную меру наказания. В качестве штрафа Смирновой пришлось выплатить лишь $28.